Сегодня поговорим о самой романтичной стране. Это, конечно же, Франция. Рассмотрим визу визитер, которая подойдет для тех, кто работает удаленно, живет на накопление, хочет путешествовать без ограничений, является бизнесменом либо IT-специалистом. Основные требования по данной программе – это нужно подтвердить наличие средств для проживания в стране. Это могут быть доходы от сдачи в аренду недвижимости, пенсия, дивиденды и другие источники дохода. Также нужно показать приобретенное либо арендованное имущество. Для подачи документов заявитель должен посетить Францию лично. После 5 лет проживания в стране запрашивается разрешение на постоянное место жительства. И далее в течение от 3 до 9 месяцев подаются документы на гражданство. За более подробной информацией обращайтесь по номеру телефона, который увидите под видео.